вы... Спаси, бомж. Все... Нельзя объединяться командами. И воркеры, и таксисты, и игру, и все друг против друга. Вот, что ты у меня положил, блядь, заебал? Вот один. Слежи, чтобы кто умер. Помогите мне, тело. А где мои люди? Где мои люди? Почему я один? А я... Я вообще плохо, ага, сейчас как? У меня пинг. Вообще ужас. Сейчас я умру. У меня плохо сейчас. Ага, меня сейчас... О, пифик хорош. Я на базу. Короче, Эйдар и Макс, они оба без скайпа. Так что сложно. А если умер, все равно идти драться или нет? Блин, савнов мне так жалко. Да. Вообще, ой, знаешь... То же самое, давай. Что сердце нет. Втроем даже не буду. Да за потому что где твоя помощь? А кто вот, там? Блин, а вот эти только... Вот им это мизантроп. Перфект, вот стоит один. Его команда просирает, он ездит где-то, да? Умный человек. О. По мне шмалят, смотри. А, нет, не смотри, к себе. Ай, с двух сторон. Ай, ты с двух сторон шмалят. Всё, Макс, ты бежать. Айдар бегает, вы. Говостройки. Говостройки, Айдар бегает, вы. Прям в хэ попал. А ты систему хэдшота поставил? Не-не-не-не, жалко, кстати. Я не нашел ее просто. Так вы что там друг за другом? Ну на машине хватит, да ведь тебя на машине давит. Кто там? Да задрали, они вот ни разу не ходят на сбор, а потом не знают правил, да? Что можно использовать, что нельзя. Кто меня убил? А что так быстро? А, ты присоединился. Кто, я? Нет, я... Так тебе же тоже не запрещено. Тогда я буду... Да юзай, что ты там а? Хочешь. Юзай, что хочешь. А, Влад. Я слов хп убегаю. Да что такое? Аааа, бать, иди отсюда! Иди нафиг, бомж! Ну мизандроп бегает на базу, бегает чужой бронежилет. Да, я не знаю, как им объяснять, короче. Они русского вообще не понимают. Вроде русские парни. Понял, понял, как такое случилось. Я не соединился. Что за шум? Это Тони присоединился, я ее подрубил. Покио, может ты объяснишь, как так получилось? Почему ты нас у троих убил и так быстро? Я вас двоих убил. Ты посмотри, Покио, еще ты Макса Зима перед этим убил. Случайно, да? Мак Зим по мне попал, потом ты один раз попал. По твой АИМ попал, что ли, он или что? Какой АИМ? Я его сначала потом к нему прибежал. Интересно просто, как это получилось, да? Да кто там? Да кто-то там сзади льёт, блядь. А, ещё нити. Ещё не вечер, ещё не нити. Всем на ЗО. Вот этот всем на ЗО раздают. Я помог брату. Вы что там, с респы так и будете самок воевать? А чё я два раза мизантропа стрельнул с дигла? Почему у него ни разу не отнялось? Вот что интересно.
Это лайки, кинг, смотри. Мне кажется, у него ГМ, походу, его уже два человека обвинили сегодня. Может, и мне стоит присмотреться к этому. Опа, кто наших людей снимает? Вы там чё как нубы слушайте? Слышишь, мы на своей базе, не имеем права. Придётся вам спаун-килл проставлять, раз вы так поступаете. Тебя спасли, перфект. Твою задницу спасли. Пока я бы тебя убил. Таксистов давайте отгоним, они что, все просили. Не понял, почему мизантроп не умирает? А вот. Он умирает, я его убил, кстати. Да это лаги просто. Так че вы вот так, каргабанца? Добейте его. Команды, да, играет? Но. Слышите, я что-то сильно расстреляю. Не, у него просто пинг. У нас с ним, я говорю, на два компа разделяется. Бывает, что пинг подлетает. Он терминатор, а я убибеков. А я убибеков просто. Ага, кто там? Нет, он мой, он мой. Вот, блин. Я вот. А чё за фигня? Я столько раз попал. Он не умер. Хорошо, я тебя до миру вода со стены. Ну молодец, вышел. Зачем я тогда распределял команды? Вот бесит опять на 5 минут, да, Дамир, помнишь? Об этом тема велась уже. Опять на 5 минут зашел, называется, поиграть на сбор. А почему перфект не умирает? Да все умирают. Все умирают так. Я Влада состилил теперь. Бедный Влад, у него все стилят. Привет, Жека. Заходи, как раз одного человека не хватает. У нас тут битва. А, мизантроп зашел, все хватает. Заходи, заходи. Распределим тебя куда-нибудь. Наверное, не знаю, кому даже Груву или таксисты или воркер. Сбор, что ли? Смешно. Кто это? Это Жека. Ну, подкил, ты, Жека, там, Жека. Инферно, конечно. Чё, меня забыл? Сегодня сбор, да, я уже тебе отправлял в ВК сколько раз. А ты чё за ноб мне вообще сейчас говоришь? Клянцы не могут вдвоём убить, что такое? Ислам. Это... Знаешь, Ганс кто обижает? Это? Чё меня троллит, Ислам? Заходи давай, я тут Ганс. Уваливай из клана, он забрал троллит. Да, он 4 года в клане, я его сейчас увалю. Тем более он мой друг, да, дед. Да, да. Всех уваль меня, да. Тем более он мой сейчас друг, да. Погибнуть, друг, Абдурахман, не сопротивляйся, ты погибнешь сейчас, ты точно погибнешь. Да, сэр, ты можешь не сидеть, так как сегодня... Ни хрена себе! А, знаешь, что я топ? Я не говорил. Где этот Олег? Да подожди, блядь, я еще бронежилет не купил, блядь. Мой Айдар, не стиль его. Вдвоем таки, говнюк. Еще мне в 0 хп оставил толка. Заходи давай, Ганстер, тут битва идет быстрей. Я захожу же. Точно. Что-то... Я надеюсь, они снимают все-таки. Вроде Себа снимает на бендикаме, я тут Влад еще. Блин. Я вообще не могу так играть, они у меня туда-сюда ходят. Я позорно тоже играю на видео, вообще не так, как я один на один. Да. Потому что у меня пинг сейчас вообще охрененный, они то там, то там у меня. Я стреляю куда-то косо. Кто там стреляет, Максим? Так, тоже снайпер купишь? Это я стреляю. Сидят там. Это Максим меня убил. Че, за кого заходить? Так, сейчас за кого Дамир его отправим? Я думаю, за нас, так как мы вообще лично не продвигаемся. За груз, вы вообще на базе сидите на своей, ничего не делаете. Ладно, заходи. За кого? За груз, заходи. Блин. Мне кажется, Ганстер, он тоже будет сидеть сейчас с вами на базе. Нифига себе по мне попал, сразу все хп. Вот таксисты нормально вроде тащат. Это я попал, а если ты встретил, то это я был. Да. Да, да. Что-то еще где-то таксисты там лепится. Да, вот. Ты мне в хэш попал?
О, вначале вы выбрали наступательную тактику. Я ничего сделать не успел, два раза только выстрелил. Идите сюда.